Пам-п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 ам. Ребятушки, всем привет! С вами Александр, мы на канале Барбон Плей. Мы с вами начинаем от... продолжение прохождения Far Cry 5. Так, а что у нас? Так, нам надо ехать туда, да? Ну, поехали. Поехали туда, что поделаешь. Будем... Поехали. Будем разбираться с врагами нашей родины. Здесь автопилот, причем неплохой такой. Ха. Типа ничего не делаешь, он сам все делает. Так, по пути у нас есть вот какой-то какая-то бухта Редлера, не знаю, что это такое вообще. Но мы поедем. Если так продолжится, нашим придется туго. Нет, я сам. А, не почему, я сам поеду. Я понял, почему он мне мешал проходить, я нажимал на Shift, а Shift это автопилот. Погоди, дай мне немножко звук убавим, потому что что-то это... Мне кажется, слишком громко. А громкость голосового чата нормальная. Чуть поменьше, вот так, громкость. Отлично. О! Другой вопрос, ребята! Не забывайте ставить лайки на видео, подписывайтесь и оставляйте комментарии под видео. Нахрен! Ой. Да и пофиг. А вот какая-то деревня еще. Куда бежишь? На нахрен. Выходим. О, детонатор. Иду. Чувак, это где там? О, меня увидели! Снайпер, осторожно! Где? А, ты еще, эдемщик! Чувак, ты где там? А ну-ка иди сюда. Спускайся. Спускайся. Да мне похер, кто это. Он наверху был, я видел. Он был наверху. Но, походу, он подох. Походу. Ага. О. Так тут тайник, оказывается, есть. Записка выживальщика. Всем, кто сражается с сектантами, эдемщиками, забрали у меня все. Ферму, жену. То, что у меня осталось, спрятано здесь. В бункер и мастерскую можно попасть через потайной вход. Берите все и заставьте этих ублюдков заплатить по счетам. Спасибо. Спасибо. Все, да, поехали, короче. А, вот еще что-то есть. Алкоголь. Вот, тут что у нас? Тут что-то есть, слушай. А как пробраться туда? А, вон оно как. Надо как-то забраться сначала туда. А, вот, вижу. Я не глупый. Вот так, отлично. Ага. Ну, поехали. Что тут у нас есть? Так. Записка сектанта. Не понимаю, почему ты до сих пор не отдал десятую часть овощей и фруктов проекту? Рядом с твоим гаражом стоит прицеп. Загружай его и вперед. Терпение Иоанна не безгранично. Майк, поверь, тебе лучше не выводить его из себя. Спасибо, чё, блядь. Чё я могу сказать? Снять с тормозов. Займу позицию получше. И зачем это мне надо? А, понятно. Понятно. А кто где? Кто-то есть. А, странно. Не подведу тебя. Так, стой. Ты что делаешь? Ты дура или чё, блядь? Свали нахрен отсюда. Охренело совсем, смотри-ка, а.
Я думаю, что не так. Нахрен, а? Свали. Вот так, все. Отлично. О, другой вопрос. Другой вопрос, ребята, тайник найден. Воюй пока там. Так, боеприпасы, аптечки. И все, что ли? Это все, что есть. Что так слабо? Ни хрена себе. Берлога выполнена. Разблокируются мастерских. Прикольно, конечно, прикольно. 3 очка навыка получено. А тачка ничего такая, слушай. Давай, поехали. Заводи. Давай я сначала очки навыков используем с вами. Очки навыков. Где они, блин? Во. Так, что мы можем сделать? Король рыбалки нахрен. Спец... Вот, горелка. Ваш... Так, от... так, так, отлично. Поэтому... А, стоимость 5. А, ну вот, вот. Стоимость 5. Хотя нахрен не надо, я бы сказал даже. Автомеханик. Ваши машины чинятся автоматически. Так, РПГ, РПГ. Огнеметы, ускоренные перезаряжения, прицеливание и смена оружия. Так, это что такое? Винтовки и снайп... А, ну... Да, да, винтовки, снайперские винтовки, ускоренные перезаряжения, прицельные смены оружия. Подойдите к капоту машины, удерживайте Е, чтобы поджечь ее. Машина взорвется через 10 секунд. Ассасин. Луки и рогатки, ускоренные перезаряжения. Пистолеты и оружие ближнего боя, ускоренные перезаряжения. Вы можете бесшумно открывать сейфы и двери без ключа карты с помощью... Вот. Это другой вопрос. Отлично. Отлично, ёпта. Давай, тоже пригодится. Тоже пригодится. Заводи. Ну, я уверен, ты сможешь. Ты чё тупая, сука, а? Тебе чё, леща дать или чё, блядь? Ты чё делаешь, блядь? Ой, ебанутая. Чё ты сделала, дура, блядь? Свали нахрен отсюда. Блядь, вот тварь. Давай, заводи. Давай, блядь, залазь. А, ты уже сел, сука. Здесь не всё так просто в этом месте. О. А что это впереди у меня получается? О, силосная башня. Давай захватим ее. Херам собачим. Поехали. Ферма Санрайз. Я ранена. Да посрать вообще. Уничтожу врага. Подкрепление на подходе. Так. Молодец. Хоть какой-то плюс.
Откуда? А, подохни, мразь. Пошел ты. Круто, да? Круто. Мы захватили ферму. Поможешь тут все наладить? Да пошла ты. Слышал, он схватил твою подругу. Спасибо за помощь. Ферма Sunrise. Записка сектанта. План на эту неделю ускорить жатву. Иван хочет скоро отправить на конвой, к тому времени корзины должны быть готовы. Помни, от этого зависит наша жизнь. Вся еда должна попасть в кротам Ивана до наступления коллапса. Фермы еще нужно привести в порядок. Говорят, система орошения не работает. Поспрашивай. Подожди. Продаем все нахрен. Отлично. Так, что можно из пушек взять бы, а? 7200, говоришь, да, за такую штучку? Так, тара-та-тара-тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Пам-пам-пам. Ладно, еще поздно. Ой, рано еще. Поехали, сучка. Надеюсь, сейчас ты поедешь нормально. Ладненько. Не лучше, чем я едет. Ездит. Я верю в тебя. Ты справишься, сучка. Прикольно, да? Давай. Чё, прям в центре приехала, дура. В чем дело? Так, коллапс грядет. Иван хочет, чтобы мы свезли сюда как можно больше удобрений, пропитанных блажью. Осторожнее, они взрывоопасны. Вместе мы придем к вратам Эдема. А, нормально. Вперед. Охренел? Кто? Кто и откуда? Нате в колено. Ублюдок. Взламывай! Один из лучших бойцов секты! Если мы не собьем самолет, нам конец! Теперь ты обречен!
Началась. Мы закрываемся. Понятно. Покажем ему. А где баба? Это все подохло, что ли? И чё? Самолет разнесет нас в пух и прах! Сбей его из пулемета! Из какого пулемета? Промазал, блять. Да в смысле? Мысли, как это получилось так? Блять, вот эта тварь зачем привела так, блять, прям в центр аж сам? Ну зачем? Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. Иван Сит. Пошла нахер. Надо без палева всех убивать сейчас. Ой. Надо попытаться бесшумно убивать. Тихо. Да ты подохни, точнее за тебя мы подохнем, блядь, тварь. Уже подохли за тебя. Так. О, чуть не спалился. Так. На крыше никого больше нету, да? А, вон еще крыша одна. Надо бы их всех. Ладно, пойдем вниз. Сейчас без палева попробуем. Да спустись ты, мразь. Да блять. Давай, давай. Так, ну-ка, надо теперь как-то... Потому что готовы. Аккуратно. Ведь отныне каждая область долины принадлежит отцу. Следи за ситуацией. Припасы. Я справлюсь. Теперь принадлежат праву. Если что-то не отдадут добровольно... Я уже сам справился, пока тебя дождешься, конечно. Ой, контроль я же, ни хрена. Сейчас все будет. Всякий сможет войти в наш сад.
Тихо. Главное без палева. И без паники. Однажды отец сказал мне, прими их, Иоанн. А, давай, выноси его. Оказывается, слушай, полезная штука. А, красотка. Отец приказал нам удержать волосы. Убийца ответит за это. Он был у того здания. Блин, а. Тебе будет больно. Спалился. Поднимаемся, поднимаемся. Если мы не собьем самолет, нам конец. Тихо. Вижу врага. Где? Подохнем, разота такая. Ух ты. Хорош! Ха-ха, нормально, спаслись. У-ху. Ну чё, Эдем, готов подохнуть? Кто еще живой? О, освобожден. Ха-ха. Повыходили сразу люди. Лайк, ребята. И отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Такой еще положил книгу сверху. Черт. Это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушечником, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастор и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там. Так, отлично. Сектанты прикрыли дороги и пытаются подавить растущее сопротивление. Получается, но сектанты не будут
удачи с новой силой. В небе тебя будут караулить птички Иоанна, а на дорогах конвой. Гляди в оба. Вооруженный конвой в долине. Доп. Задание. Тут рядом живет ветеран войны. Подожди. Продать есть что? Есть что продать. Продаем. Что у тебя за пушки есть? Так, дробовичок. Хотя у меня пока еще нету. У меня пока еще нету этого второго слота. Под это вот все. Предметы. Это не надо мне. Ля-ля-ля-ля-ля. Стальной нож. Можно резать яблоки, а можно отметать в цель. Так, это мне не надо. Ага, понятно. Похер вообще, боеприпасы. Все, ладно, выходим. Последнее время у них... Отстань. Беда со здоровьем. Надеюсь, все обошлось. Может... Отвали. Как раз думала, не заглянешь ли сюда. Вот так вот ворваться в город — это смело. Почти все сваливают отсюда после первой встречи с сектантами. Остальные жалеют, что не свалили. Мой отец одним из первых пошел против них. Каждый раз, когда они заявлялись, папа садился в свой грузовик и гнал их из города. Он его обожал. Называл «вдоводел». Эти уроды угнали его за неделю до смерти отца. Блин, хочешь реально разозлить секту? Верни мне «вдоводел». Покажи им, что нас не согнуть. И пусть наши ребята порадуются. Он заперт в зерновом элеваторе на востоке. Думаю, ты как раз справишься. Правда, что ли? Эй, ты, я на кухне. Спасибо, что спас нас от сраных сектантов. Знаешь, что нам нужно? Яйца. А. Я серьезно. Ежегодный. Отвали. Такой шанс не часто выпадает. Отвали. Освободили полсент. Сектанты не лишат нас наших. Девочки, это папа. Я собираюсь сделать что-то или очень глупое, или очень умное. А может, и то, и то. Я загнал Иоанна Сида в тупик и иду ва-банк. Если больше я вас не увижу, обещайте мне вот что. Не вступайте в секту. Не закрывайте крылья любви и не отдавайте им вдоводел, если он еще на ходу. Люблю вас. Понятно. Сектанты сажают людей в грузовики и отправляют невесту. Так, записка отца Мэри Мэй. Мэри Мэй, пообещай мне три вещи. Не вступай во врата Эдема, не дай им закрыть бар, не отдавай им водоводел. Не забывай, даже самый мерзкий день закончится ровно и полночь. Я люблю тебя. Герой, сюда. Мне нужно... Че это такое? Открыть аркад? А, понятно. Прошу, а, хрень прощения. Какая-то. Спасибо тебе. А тут что, есть что-нибудь? Нету, да? Все, уходим. Всегда любила гулять по Фолсэнду. Уходим. Так, там вон что-то еще есть, какая-то хрень. Что это такое? А, магазин тачек, что ли? Нихера себе. Нихрена. Прикольно, прикольно, конечно. О, даже мотики есть, видали? Арова, конечно, ладно. Прикольно, прикольно. А, да вот в церковь надо было зайти. Выдох. Исход, глава 23, стих 25. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращу от вас болезни. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолсэнд. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал, это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Добрый. Добрый кто там? Все, пошли. Поехали, сучка, воевать. Залазь.
заводи. Ухо! Задумайтесь, что вы едите? Все больше жителей Мобиума. Не, я сам поведу. А где дополнительные эти задания? Погоди. Так, дополнительные. О, рай, что такое? Черт. Алло! Это не край! Сектанты у меня под дверью, они пришли с... Так, погоди, ладно. Раз уж я еду сюда... А тут есть что-нибудь по пути? Олень какой-то нахрен мне сдался. Вооруженный конвой в долине. Это хрень все. Сюда же ближе ехать, черт. Правильно? Алло! Это не край! Поехали туда. Спасем их, ё-моё. Отвали, я сам буду вести. Ё-моё. Зараза! Ха-ха. Поднимайся. О, спасибо. Пошли воевать. Пошли воевать, ё-моё. Ночью, конечно, опасно бегать по лесу. Но мы справимся, ребята, мы справимся. Так, почти пришли. Иду. Враг. Ну, ещё бы. Тут никого нету, да? Подохнем же. Станут не нужны. Пусть им в расход. А, ну-ка, иди убей его. Сделаю все, что могу. Красотка, ты смотри-ка, а. Иди убивай его. Буду стараться изо всех сил. Прошу, помоги мне. Погоди. Спасибо. Меня застали врасплох. Шикарно. Иоанн перегнал себе самолеты со всей долины. Лучшие он держит на взлетной полосе у ранчо. Прибрать бы их к рукам. Удачной охоты. Я на месте. Так, что тут у нас? Займу позицию получше. А, враги. А зачем взрывать ее? Уйди. Ха-ха. Смотри, какая живучая. Ха-ха, нормально так. Следи за ситуацией. Да уйди ты оттуда. Ха-ха, сыгай. А, это блокпост был, оказывается. Все, уходим. Побежали. Сейчас освободим. Нормально так. Так, рай и сыновья. Сейчас освободим. Так, тут никого. Кого не стреляют, я не пойму. Просьба Иоанна Сида. Ник, коллапс, о котором я говорил, уже начался. Я понимаю, что ты хочешь защитить свою семью. Для этого вы должны стать частью нашей семьи. В наших бункерах есть все необходимое для Кима и вашего ребенка. Мы уже заботимся о многих детях и будущих матерях. Последний раз прошу тебя, одумайся, скажи да.
Что за дом? Сейчас без палева все взломать по-быренькому. Да блин, зачем я отменил? Давай, 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 давай. Опа. Молодец. Ух ты. Блин, а. Ну-ка, мне может, я смогу как-то это. Второй слот открыть. Так, 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 так. Второй слот. Второй слот. Ассасин. Так, 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 так. Сумка с метательным оружием. Вы можете носить больше взрывчатки, ножей и так далее. Вы можете носить больше бронебойных и зажигательных патронов. А, вот она. Вы можете добавить третье оружие любого типа. Блин, 8 этих надо очков. Ладно. Ладно, разберемся. Разберемся, ребятки, разберемся. Так, сейчас надо взломать сейф этот. Баксы возьмем. И пойдем. И пойдем. Мы далеко. А, ну-ка полетели. Чё за... Да стой ты! Полезли. Блин, ну как? Господи, только бы самолет не разбили! Тихо. Нет, 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 мой самолет. Есть. Минус еще один. Есть, нифига себе, я мощный. Не может быть. Блин, не вовремя. Давай, 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 давай. Есть. Ху-ху-ху-ху, ребятки. Нормально так. Расхерачил просто всех. А, нормально. Тема. Твою мать, гребаные святоши. Мои баксы. Так, что тут у нас есть? Рекламное объявление? Нафиг мне надо. Нафиг мне нужно это рекламное объявление. Список имен. Что за попридумали тут, понимаешь? Кто такой? Ловушка! Мы в сраной ловушке! Клянусь богом, я прикончу ублюдка Иоанна. Видел, сектанты забрали мой самолет. Он нужен мне. Без него отсюда не выбраться. Я бы сам пошел, но у меня жена на сносях, рожать вот-вот, и я не знаю, что мне делать, в смысле, без самолета нам крышка. Прошу, мне... Нам нужна твоя помощь. Извини, я что-то расчувствовался. Меня зовут Ник, кстати. Слушай, самолет должны были забрать на ранчо Иоанна. Там находится единственный подходящий аэродром. Знаю, что многого прошу, но я в отчаянии. Ну, спасибо, спасибо, ёпта. Ты чё, всё сюжетка или чё, блядь? Заколебали. Пойдём, ладно, разберёмся сейчас. А подожди, а чё, меня бабу это убили, что ли?
Да нет, где-то здесь. Иду, поняла тебя. Ты хрен там делаешь, дура? Мне тут твоя помощь нужна, а ты там херню страдаешь. Так, присесть. Полетели. Ладно. Поехали разбираться с врагами. Упс. Упс. Блин, тоже что ли никак? Блин, какой же невезучий-то, а? Водить нормально не умею, блин. Ладно, надо у кого-то тачку забрать, короче, по дороге. Надо забрать тачку. Если я найду, конечно. Черт возьми! На нахрен. Тема. Все, пошли, сучка, отсюда. Пошли отсюда. Привет, помощник. Отличная работа. Теперь у сопротивления будет больше снаряжения. Спасибо тебе. Как будет время, загляни в магазин. О, где? О. Ну фига ты красотка вообще. Вот это баба. Вот это баба. Давай, я верю в тебя. Просто тачку пригнала. Давай, выбираемся отсюда. Ну-ка, уйди отсюда. Бери только осторожней. Поехали. Залазь. Залазь, речи. У-ху! Отлично. Вылазим. Записка химика. Отлично. Я их взять не могу, да? Ну ладно. О, а что это такое? Привет к жатве. Коллапс грядет. Иван хочет, чтобы мы свезли сюда. Ну, понятно. Как можно больше удобрений. Так, а как сюда забраться? Никак, что ли? Эй, посрать, поехали отсюда. Видали, как это делается? Пожалуйста, помоги. Пошел нахер. Спасибо, помощник. Я думал, мне конец. Но увы, нет. Лорелы сообщили, что их бункеру пришел конец. Его затопило. Они его бросили, но сказали, что если мы что-то сможем достать, то все наше. Ясно. Подохнем же. Пошли отсюда. Отлично. Блин. Этого не может быть. О, хорош. Побежали.
Да я прям снайпер, слушай. Я реально прям снайпер. Ха-ха. Ох ты, ни хрена себе. Прикольно. Куда побежал? Так. А где еще? Подмога идет с севера. Так, а ну-ка. Че это такое? Какой-то журнал. Про оленя. Спасибо, не хочу читать. Пошли вы. Ах ты, ублюдок. Попробуйте, давайте. Пошел ты. Да кто еще? Давай, нападай. Да, полез. В жопу тебе прям. Ну чё, кто еще? Кто на меня, сука? Аптечка. А, самолет. Ха-ха, прикольно. Полетели. Ну ты где? Эй, сучка. Пофиг. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. А как взлетать? Мне надо скрыться, так что лети на север. Не, вы мне скажите, как летать-то? Бляха-муха. А как? А-а-а. Блин. Не, я не знаю, как летать. Ё-моё, чё за хрень? Херня. Блин, а. Блин. Давай, лечи, закушайся. Загружайся, рейще. А, то он стреляет. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север. О-о-о! А, вот, все, понял как. Понял. Ха-ха. Прикольно. Давай. Прикольно. Прикольно. Вот так получилось. Держи ровно. Трёт. Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Вот так. Молодец. Вот, если бы что-то было не так, ты бы уже сделал бочку. Видимо, кто-то в секте таки шарит в самолетах. Ага. Давай. Обучение гребаное. Вот. Держись, молодец. Ниже. Должно получиться. Чё, моё? Это ж надо, вломиться на ранчо и
Возможно. Ох, хотел бы я сейчас посмотреть на их лица. Тупые демщики. Давай, давай, давай. Что так долго задание длится? Реально долго. Всегда так поступает. Приходят к тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Так, еще немного. Зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Не знаю, что бы мы делали без самолета. Да заткнись ты уже. Дай мне доводить уже до конца. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Получается вот здесь. Но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Так. Давай, 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 давай. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? Да прав, ты прав. Ну, пожалуйста, отвали от меня. Заколебало. Главное не плюхнуться в эту воду. Главное не плюхнуться. Я в бешенстве, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью, а я возьму и подарю это какому-то придурку с гулькой на башке и его родичам! Так. Чёрта с два! Раи так просто не сдаются! Зададим им жару, дружище! Ну, пожалуйста, дайте... Мне не нравится эта миссия. Неудобно, неудобно. Избавься от них, пока они на земле. Отлично. Пока все путем. Пока все путем. Хорош. Отлично. Говорят, садиться сложнее всего, но я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Мягкая посадка, дружище. Двигайся ко мне, я тебе махну. Давай, 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 давай. Есть! Хо-хо-хо. Охренеть. Боже мой! Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Шикарно. Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Ну, сраные дырчики. Это со мной тебе повезло. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке.
Еще бы. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ну давай попробуем. Не выходи, пока я не вернусь! Давай попробуем. Давай же. Ты неплохо разогрел пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома. Позаботься о ней, дружище. Да я насрать на тебя. Отлично. Так, ты чё у нас? А, ты понятно. Так, давай, ну, плечи. Пошёл же. Давай еще немного. На каких крышах? Добро пожаловать по стрелке! Население! Да я и так их сниму. Видали, да, как я это сделал? Круто. Тема вообще та еще. Кто еще? Где? Есть. Это не все, другие на полосе. Не подходи близко. Я сброшу на них бомбу. Давай. Да в смысле? Как они попали по мне? Ха, наверное, прицел сбился. Ага, сбился. Сейчас у них челюсть собьется. Давай, речи, загружайся. Быстрее загружайся, Иоанн, ты сит тупой. Че, кто на меня? Давай. Да блин, мажу. Это не все, другие на полосе. Не подходи.
крутяк. Да подохни ты. Я сбросил бомбу. О, да. Никогда. Прямо в точку. Есть. Думаю, все кончено. Крутяк. Да, дядя. Мы это сделали. Сделали. Слушайте, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким. Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ха-ха, кто такие? Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Ух! Я за штурвал, приятель! Ну вот, ребята, не забывайте ставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, на мой ВК. Ждите следующей части, ребяточки. Смотрите все видео до конца, как предыдущие, так и настоящие. Ну а с вами был Бурбон Плот, ребяточки. Всем пока.